Устранить дисбалансы между денежно-кредитной и фискальной политикой призвал президент, выступая с посланием к народу Казахстана. По словам Касым-Жомарта Токаева, кредитование реального сектора по-прежнему не на должном уровне. Нерешенный вопрос достаточного фондирования малого и среднего бизнеса. Это негативным образом сказывается на деловой активности в стране, устойчивости и поступательном росте нашей экономики. Глава государства поручил правительству и Национальному банку сообща выработать оптимальные решения проблемы. Нужно стимулировать банки, вкладывать больше средств в экономику. Как отметил президент, международные эксперты относят казахстанские банки к одним из самых прибыльных среди стран, богатых ресурсами. Речь идет в том числе и о справедливом налогообложении данного сектора. Уплачиваемые банками налоги должны быть соразмерны дивидендам их акционеров, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Президент заявил о необходимости разработать новый закон о банках.